Это Cartoon Cat, только это не игрушка. Понятно. Ребята, посмотрите на это. Черт, это реально похоже на человеческие пальцы. Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Видите самую страшную игрушку 20-го года-21-го. Сейчас она немного затихла, но это живая игрушка. Cartoon Cat, ребята. Это нигде, ни у кого вы не увидите. Только на моем канале Ирина Ясинская. Поэтому прямо сейчас ставь лайк, ведь ты знаешь, больше лайков, чаще видео. А сейчас три ваших самых крутых комментария появятся. Раз, два, три. Пу! Молодцы, что пишете мне, и молодцы то, что сейчас смотрите это видео, потому что это необычная плюшевая игрушка Cartoon Cat. Это настоящая живая игрушка, которую я заказала на сайте Darknet за 1000 баксов, друзья. Да, это очень дорого, потому что это эксклюзивная живая игрушка Cartoon Cat. Такую вы нигде, никогда не найдете. Только у меня на моем канале, поэтому, друзья, подписываемся прямо сейчас. Делаем красную кнопку серой, потому что 50% моих зрителей смотрят меня без подписки. Я не знаю, почему так. И также, друзья, не забывайте подписываться на мой второй канал Ирина Ясинская 2.0, где я рассказываю страшные истории. Возможно, там скоро будет очень много крутого контента, друзья. Все, короче, Cartoon Cat у нас, как я его добивалась, как я копила эту штуку баксов для того, чтобы разрезать и посмотреть, что внутри настоящей живой игрушки Cartoon Cat. Но для начала мы попробуем оживить ее при помощи нашей доски для вызова духов. Вы все ее помните, это величайшая доска Уиджи, с помощью которой мы будем оживлять эту куклу Вуду Cartoon Cat, потому что внутри этой куклы очень много мистических всяких предметов, всякой мистической фигни, которая дает возможность оживить эту игрушку. Но мы произнесем заклинание при помощи нашей доски для вызова духов и вселим настоящего, только вдумайтесь, реального Cartoon Cat, вселим в эту живую игрушку, ребята, погнали! Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух, покинь покой. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух, покинь покой. Cartoon Cat, вселись в эту куклу Вуду. Cartoon Cat, вселись в эту живую игрушку. Cartoon Cat, вселись в эту живую игрушку. Так, друзья, сейчас нужно быть очень аккуратным. Я на всякий случай приклею этого Cartoon Cat, чтобы он не убежал. У меня уже заранее заготовленный скотч. И давайте начинать. Итак, друзья, раз, два, три. О, черт! Господи, ребята, куда он подевался? Черт! Cartoon Cat! Cartoon Cat, ты где? Ребята, вы видели, он реально исчез после того, как я хотела его приклеить. Он, видимо, реально ожил, друзья. Он ожил и убежал. Теперь Cartoon Cat находится где-то в моей квартире. Вы слышите его? О, черт, мне так страшно, ребят. Я боюсь выходить в коридор, потому что Cartoon Cat, он зловещий, он убивает все на своем пути. Я не знаю, что мне теперь делать. Хотя, погодите, у меня есть идея, друзья. Ребята, я очень сильно боюсь выходить из этой комнаты, потому что, по-любому, Cartoon Cat находится где-то там. Очень много страшных комнат, в которых Cartoon Cat может поймать меня в любой из них. Но хорошо, что у нас есть скрытые камеры, которые напичканы в каждой комнате. И прямо сейчас, ребята, мы при помощи телефона подключимся к этим камерам и сможем увидеть, где находится Cartoon Cat, ребята. Короче, ребята, вы сейчас будете видеть все изображение. Я его включу сюда на огромную картинку, а я посмотрю, что делает Cartoon Cat. Так, в этой комнате пусто, ребята.
В этом тоже... О, черт! Вы видите это? Это Cartoon Cat! Только это не игрушка! Это не живая игрушка! Это реально огромный Cartoon Cat, ребята! Что он делает? Господи, он крушит все на своем пути! Что он делает? Как так получилось, ребята? Ведь это же была просто живая игрушка! А теперь это огромный настоящий Cartoon Cat, ребята! Прямо перед вашими глазами настоящий Cartoon Cat в реальной жизни! В моей квартире! Мне просто не верится, друзья! Это просто какой-то ужас! Это просто жесть, ребята! Это реально Cartoon Cat! Господи, что он делает? Посмотрите на его маску. Там реально кто-то скрывается, ребята. Может быть, снять с него маску и узнать, кто скрывается под маской Cartoon Cat. Или это реальный Cartoon Cat, друзья? Я не знаю, это мультяшный кот, который пришел сюда. Он вживился в игрушку или забрал игрушку. Я не знаю, что мне делать. Но, ребята, походу, нам нужно выйти и сразиться с этим Cartoon Cat котом, ребята. Потому что я все-таки желаю вернуть свою штуку баксов и разрезать игрушечного Cartoon Cat. Живую игрушку Cartoon Cat я хочу разрезать и достать все внутри, чтобы закончить обряд. Я не хочу, чтобы Cartoon Cat гулял здесь по моей квартире. Господи, это жесть, ребята. Прямо сейчас нам придется выйти, ребята. Я отключаюсь. Прямо сейчас нам придется выйти в коридор и сделать так, чтобы этот Cartoon Cat выселился из реального тела и вселился обратно в игрушечного, в живую игрушку Cartoon Cat. Я не знаю, как это сделать. У меня есть... Одна идея, ребята. Я, наверное, произнесу очень-очень крутое заклинание, которое поможет переселить из души человека или существа этого Cartoon Cat, который, в принципе, практически похож на человека, и вселиться в игрушку. Я не знаю, как это будет, но, ребята, будем действовать по обстоятельствам. Это очень страшно, ребята. Я надеюсь, что вы уже поставили лайк, а мы прямо сейчас будем... Подождите, я сейчас проверю. Ребята, он стоит прямо за этой дверью. Он стоит в коридоре, ребята, и он слышит, что я говорю про него. А возможно и нет, возможно, этот кот не понимает человеческого языка, как и обычные коты. Ведь это Cartoon Cat, возможно, он понимает. Я не знаю, возможно, он пришел за мной. Может быть, все что угодно, друзья, но нам нельзя медлить. Прямо сейчас мы выходим и сражаемся с реальным Cartoon Cat. Cartoon Cat? Господи, ребята. Cartoon Cat? Черт, ребят, вы видите? Это реальный Cartoon Cat. Так, медлить нельзя, а то он нападет первым. Cartoon Cat, силой данной мне небом и землей, выселись из этого тела и вселись обратно в живую игрушку. Раз, два, три! О, черт, ребята, вы видите, у нас получилось. Он вселился обратно в живую игрушку, и я поймала. Он, походу, умеет трансформироваться, ребята. Это просто невероятно. Это какая-то суперкрутая новая живая игрушка, ребята. И я надеюсь, что вы сейчас, прямо сейчас, поставите 10 тысяч лайков, ребята, для того, чтобы в следующем увидеть, как я заказала сиреноголового живую игрушку с сайта Darknet и разрезала ее в 3 часа ночи. Прямо в субботу в 10 утра вы увидите это видео. Так что давайте, ребята, быстренько ставим лайки, а мы идем разрезать Cartoon Cat. Итак, друзья, прямо сейчас вы видите, что прямо эта живая игрушка Cartoon Cat, она шевелится, она двигает своими руками. Ну что, попался? Да сейчас отпущу я тебя, фигушки. Прямо сейчас я разрежу и достану все то, что делает тебя живым. Ага, что хочу, то и позволяю, потому что ты просто живая игрушка. И я заказала тебя, поэтому я сейчас разрежу твой животик и достану все то, что делает тебя живым. Тебе понятно? Не пугай меня своими друзьями, потому что я уже заказала сиреноголового на сайте Darknet. И его я тоже буду оживлять и разрезать, потому что это нравится моим подписчикам. Ты понял меня, мерзкий Cartoon Cat? И больше никогда не приходи в мой дом. Тебе понятно? Нет, нет. Прощайся с жизнью. А, черт. Все. Друзья, я разрезала Cartoon Cat, и теперь мы наконец-то увидим, что внутри Cartoon Cat живой игрушки. Итак, ребята, посмотрим. Слушайте, в нем опять этот пух. То есть очень много этого пуха, но это необычный, понимаете, поролон, ребята. Он какой-то другой, он на самом деле гораздо мягче. И это необычная вата, которая набивает обычные игрушки. Это специальный материал, который при попадании туда всех этих веществ оживляет нашу с вами живую игрушку. В данном случае Cartoon Cat.
Господи, я ненавижу этот момент! Опять эта жидкость, которая растекается после того, как я разрезаю живую игрушку. Черт, ребята, опять я нажала эту кнопку. Когда после того, как я разрезаю игрушку из них, как из живых людей, течет что-то наподобие крови. Но это не кровь. Это какая-то специальная их красная жидкость, которая живет внутри них и течет по их венам, пока действует заклинание этой куклы Вуду. Как только я снимаю заклинание и разрезаю живот, игрушки или голову, все, оно перестает действовать. Давайте посмотрим, что же внутри Cartoon Cat. Это какая-то цепь, друзья. Похоже, это цепь от Cartoon Пса. Как он называется? Cartoon Dog, ребята. Возможно, Cartoon Cat съел Cartoon Dog. Все может быть, друзья. Обалдеть. Опять же, в нем червяки. Я не знаю, он питается ими или еще что-то происходит. Друзья, погодите. Я нашла какую-то веревку. Смотри, Дим. О, господи, ребята, это похоже на орудие убийства. Посмотрите, в середине этой веревки кровь. Походу, Cartoon Cat душил свою жертву вот так вот веревкой. О, черт! Слушай, это реально веревка, которой Cartoon Cat убивал всех подряд. Он душил этой веревкой, потому что она реально очень прочная. А потом он съел того, кого он убил вместе с этой веревкой. Черт, ребята, это просто жесть. Что еще внутри находится? Это чьи-то глаза, это мультяшная игра. Игрушечные глаза. Походу, мультяшный кот питается мультяшными другими героями. То есть этот Cartoon Cat злой, который убивает других обычных хороших игрушек, ребята. А вот и второй глаз. Походу, глаза он не смог съесть. Ребята, о, черт. Дим, это просто жесть, это похоже на пальцы. Ребята, посмотрите на это. Черт, это реально похоже на человеческие пальцы. Господи, этого не может быть. Смотри, этого твои... просто не может быть. Это реально палец. Черт, ребята, это реально чей-то палец. И он похож на человеческий. Посмотри, на женский, даже с каким-то маникюром. Черт, это похоже на мизинец. Это чьи-то пальцы. Он что, съел руку человека или всего человека? До этого просто не может быть. Хотя Cartoon Cat был замечен в разных местах, особенно на заброшках, ребята. Так что я не советую вам ходить на заброшки, ведь там может оказаться Cartoon Cat и просто вот что останется от вас. Всего лишь пальцы, посмотрите, эти пальцы в какой-то земле, как будто они пытались выбраться. О, господи, давай посмотрим. Черт, не может быть, что там будут все 10 пальцев. А это огромный палец, посмотри, похоже на указательный. Ребята, это целая рука. А это что? Это камень. Он что, ест прямо с камнями? Ребята, это ужасно просто, я никогда такого не видела. Посмотрите, еще один палец. Ребят, меня сейчас стошнит. Меня сейчас реально вырвет. Господи, сколько посмотрите. Пальцев? 4 пальца. 4 человеческих, мать ее, пальца. Господи. А вот и 5-й. О, черт, Cartoon Cat. Это реально большой палец человека. Посмотрите, ребята. Не может этого быть. Еще один опарыш. Может быть, он съел труп? Обычно вот эти червяки, они едят трупы. Может быть, он съел уже мертвого человека? Я не знаю, ребята. Возможно, все что угодно. Это реальные пальцы. Погоди. Черт, посмотри, тут какие-то мозоли. Слушайте, ребята, я вот сейчас вот поближе рассматриваю и могу даже разрезать. Это не человеческие пальцы, это игрушечные резиновые пальцы, можно сказать, пальцы мультяшного человека. Слава богу, что это не настоящие пальцы, а то это была бы просто жесть, ребята. Это обычные резиновые пальцы. Давайте посмотрим дальше. Я, скорее всего, уже все достала из этого Cartoon Cat, ребята. Мне как-то не по себе после того, как я увидела эти пальцы, которые я достала из Cartoon Cat, ребята. Я сейчас же прямо заточу этого живую игрушку Cartoon Cat в ящик. Скорее всего, лучше его заточить прямо в этот гроб и заклею его, чтобы он никогда не смог выбраться вместе с его вещами, ребята. Посмотрим. Там ему и место, и его нужно будет обязательно заклеить хорошо, чтобы он не смог никогда выбраться, потому что черт его знает. Возможно, этот кот притворяется и сможет еще выйти наружу. Ребята, я надеюсь, что мы плотно его закрыли. Я еще сейчас его скотчем замотаю, потому что мне реально страшно. Вы видели настоящего Cartoon Cat, который был в образе человеческого роста? Я не знаю, кто был спрятан за маской, но я точно знаю, что дело рук Cartoon Cat. А с вами была я, королева мистики. Надеюсь, что вам было страшно, потому что я именно этого и хочу. Всем до новых видео. Пока!